Всем привет! С вами вкусно, просто и полезно. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом морковного печенья. Итак, приступим. Для начала нашу морковку нужно измельчить. Морковку нужно натереть на мелкой терке. У меня получилось 1,5 стакана морковки. И сейчас к морковке добавляем 1/2 стакан сахара. Добавляем. Сюда добавляем 6 столовых ложек масла растительного. И также хорошо все размешиваем. Добавляем 1 стакан муки. Муку будем добавлять по мере необходимости. Это же у нас должны получиться такие хрустики. 2 стакан муки. Так, теперь сюда нужно добавить соду. Вот такую чайную ложку соды. И все тщательно смешиваем. Еще мука. Я думаю, что еще 1 стакан и будет хорошо как раз. Получилось такое тесто. Сюда я добавила 4 стакана муки. Теперь нужно хорошенько вымешать его. Вот такие получилось. И сейчас мы будем вырезать наши печенюшки. Часть теста. Также еще немножко вымешаем. Берем скалку, посыпаем мукой и раскатываем наше тесто. Врезаем наши печенюшки стаканом. Форму можете делать любую. Все, готовые печенюшки можно вылаживать на форму, которую я смазала растительным маслом.
Наши печенюшки отправляем в духовку, разогретые до 180 градусов. 15 минут. Можно вынимать наши печенья. Печенье из морковки готовы. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. С вами было вкусно, просто и полезно. Приятного аппетита!